Дамы и господа, меня зовут Рик, и мы продолжаем проходить Far Cry 3. Собственно, в прошлом эпизоде я убил Васа, наконец-то. Если честно, я этим опечален, потому что Вас был одним из самых интересных персонажей. Я очень надеюсь, что мы каким-нибудь мистическим образом еще его увидим. Ну а пока мы идем болтать с Ситрой, с которой мы буквально только что разговаривали, но нет. Теперь мы должны сходить сюда, потому что все в этой игре перемещаются как Бэтмены. Ты только отвернешься, бас, их уже нету. А после этого иди и говори с ними за 3-9 земель. Да, так все в этой игре и работает. А, нет, не с Ситрой, с Деннисом. О, от горя или от счастья? Деннис, я... Busy working with Citra? А ты что, ревнуешь? We are not unlike each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. I worked as a mechanic in a garage. Ну, что-то тоже неплохо. Пошел преследовать мечту, явно. Козлы, расисты, сволочи. Who was raised among the generals of Liberia? Try to treat me less than them. But I know who I am. А, она тоже пришла и сделала с тобой то же самое, что и со мной, да? Может, мне провериться стоит? Не знаю. Citra. She has freed me. She is with me. Да, она со мной тоже. Good luck on your fortune. Ага, ага, спасибо. Your mission. Да. Так, что мы теперь, чем мы можем теперь заняться? Давайте посмотрим. У нас куча... Это ж побочки. Любовь до гроба. Вспомнить о прошлом это... Вспомнить о прошлом, я вам честно скажу, я смотрел как-то прохождение Far Cry 3 Джесси Кокса, просто наткнулся на одну серию, он как раз-таки проходил там, собственно, эту самую серию, вспомнить все. Крайне тупая серия, в которой вы просто ищете кучу, как они называются, жетонов солдат, типа, и приносите. Примерно то же самое, как я ходил и фоткал эти трупы, в конце концов, что потом крайне странную... сцену перешло, прямо скажем. Так, продадим весь хлам, который у меня тут есть. У меня его немало, прямо скажем. И что у меня еще тут было? Для начала снайперские винтовки. Какие у меня есть? Это все то, что у меня уже было открыто. А моей, я так понимаю, такой самый крутой, ее тут нет нигде. Пулеметы. Что за обвес можно сделать? О, блин, нифига себе, клевый пулеметик. Так, гранатометы. Ну, это у нас это. Эта красавица всегда теперь у меня будет. Эксклюзивное оружие. Вроде как все есть. Расходный материал. О! Отлично! Что ж ты сюда зашел все-таки? Так, боеприпасы, пистолеты. Пистолет мне особо нужен, пистолет, пулеметы. Нет, у меня штурмовая винтовка, точно. Что-то еще есть. Расширенный магазин, голографический прицел. Ай, ладно. Короче, вроде как все у нас хватает всего. Так что идем на свершение. Что за звук? Это музыка или это кто-то стреляет? Нет, это кто-то стреляет. Что происходит? Ага. Что-то там внизу творится. На нас напали! Защищаемся!
Как-то так. Как-то так. Где я еще раз? Куда я попал? А, отлично. Идем сюда. Так, возьмем вот это. Что это за звук? Кого-то я там только что видел. Только не понял, кто это был. По звуку похоже ягуар. Вон он! Стой! Или это не ягуар? Нет, по-моему, это нифига не ягуар. По-моему, это эти свинюшки, папиры, или как там. Или все-таки нет. О, блин! Понятно! Мои... как ты, это же инстинкт ракьят, вот как мы их АУ назовем! Не ошиблись меня, точнее, меня не обманули. Господи, я несу какой-то бред. Уберите от меня долбаного тигра! Фух! Да. Это было немножко неожиданно. Самую малость. О, блин. Так, продолжаем идти теперь по своим делам. Если тут больше тигров не водится, то не хотелось бы опять так встретиться. Так. Птички. Много-много птичек. Это еще что такое? Ялкатупе? Покер. Похер, я понимаю, что такое, а вот то, что там еще написано, что-то вообще непонятно. Нось. Что же у нас тут за любовь для гроба? По-моему, она наелась чили. Нет? Ну ладно. What's wrong? My daughter has been killed. Murdered by her husband Sinan. He hurt her. He hit her. I told her to leave him. I said that. Whoa. Ладно, это уже нифига не смешно. I know who you are. Да, который меня еще Белоснежкой все почему-то называют. Точнее, я знаю почему. Wait, and Senin killed her? Well, no, but it is his fault. She died of heart sickness, and now he wants to know where she is buried so he can dig her up and take his ring back. Ни хрена себе. If you are good man, make him scared. How? He is afraid of guns. Shoot at him, but do not hurt him. Make him run and tell him Rohana says to leave the grave alone. Please, let my daughter be at peace. Я готов ставить деньги на то, что я его убью в результате. Блин. Стопудово. Так. Ладно. Выстрелить рядом с ним. А если я если у меня какого глушитель, и он не поймет, что я стреляю рядом с ним. Что мне тогда делать? Ну ладно, на это у нас вот это вот есть. Уйдите прочь! Чё-то им всем пофиг, абсолютно. Wait and see. We will be safe again. Wonder what she's cooking. Hello, brother. Чё-то ему как-то абсолютно не страшно. Что? Куда мне показывают? Чё-то я... А, где же вы все? Ой, для использования. Сенен? What do you want? I have a message from Rohana. Leave her daughter's grave alone. What's hers is mine by marriage. Чего? Эй. Эл, ну-ка. I'll leave the grave alone, I swear. И все? Lord. Ёлки-палки, у тебя за мной стоит двое, которые меня пристрелить могут.
Ах ты трус, блин. Шел, шел, шел вон. Остальные его дружки такие, да, да, я стреляю, стреляю в него, да, нам это нравится, да. Надо было его заставить танцевать, если это возможно. Did you see him? Did you tell him? He got the message. Thank you. Please take this. It's not much, but it's yours. Ага, спасибо, спасибо. Так, а опыт мне не дали случайно за это? Вообще навыки у меня есть какие-то сейчас? Ну-ка посмотрим. Один. Немного, но покатит. Так, вот что крайне тупо, я каждый раз смотрю все эти скиллы, и каждый раз я забываю, что я хотел бы себе взять в следующий раз. Не знаю, хоть какие-нибудь заметки себе, что ли, оставлять надо. Ладно, возьмем вот это. Чтобы уж забыть про ХП наше. Так, ладно. Покер мы, я думаю, играть не будем. Это в другой раз как-нибудь. А что мы можем сделать? Это прижат к земле, и вам посылка, и боевой пес. И можно как раз таки сходить и захватить вот эту точку, да? Давненько мы этого не делали. Предлагаю пойти сделать. Надеюсь, там мне не скажут. О, ты только постреляй рядом с ними, при том, что у них у всех есть оружие. Тыкс. Ой, блин, опять я тут. Каждый раз тут всегда. Все время все рядом с этим местом. Ладно, хоть транспорт есть, хоть ржавый. Не следите за своими машинами, ребятки. Упс. Сказал я, долбану в эту машину, а столб или что это было. Что за завывание? Как вообще тут радио менять? Это вообще возможно, интересно мне знать. А, лучше не будем узнавать, да, пока мы проезжаем через мост, а то я догадываюсь, как это может закончиться в результате. И мы почти приехали, да? Тормозим. Супер. Токио Дрифт. Сделали кружок просто так. Что у нас тут? Все живут в одинаковых зданиях. Обратили внимание, точнее, если это вообще можно назвать зданием. What is it? Please, nobody is listening to me. People are hurt, maybe dying. Last night. Ох, ёлки-палки, это резко превратилось в лост. Right over the house. It was on fire. It was terrible. Nobody saw it. Nobody believes I saw it. But it crashed somewhere over there. People could be dying. They might be dead, please. Go save them. Я надеюсь, мне не нужно их фотографировать или пугать оружием. Может быть, они стали зомби? В этой игре уже все возможно, явно. Меня больше другое интересно. Как вообще Джейсон узнает, что вот в этой вот хибаре посреди не пойми где чего... О, понятно. Далеко, далеко собрался, явно. Кому-то нужна помощь. Мы смс-ят, что ли? Или как? Ну-с, давайте полетаем. Вау. Вот это высота. Ладно, давайте чуть-чуть наберем скорости. Найти обломки самолета. Да. Обломки, обломки. Вот он хвост. Ага. Так, и что теперь? Посмотреть место падения. Понятно, сейчас будет опять жесткая посадочка явно. Кидайте зону задания. Так, разворачиваемся.
На посадку, на посадку, на посадку. Идем, идем, да, на посадку, да, да, да. Ау, блин, а нет, выпаду, а нет, нет, нет. Только хотел сказать, что он ничего себе не сломал, нет, все-таки долбанул. Такс, что у нас тут? Явно ничего. А где, собственно, остальные части? Что-то как-то хвост есть, корпус есть. Кабины что-то не видно. Как-то он так очень аккуратненько разломался на обе части, прямо скажем. Вот и что, понятно, понятно. Тут неплохо так устроился. Явно он тут долго уже сидит. Здорово, местный житель. Hi. What are you doing here? I was just about to make dinner. An old woman in the village was raving about a wrecked plane. Anyway, I'm sorry for bothering you. This plane crashed 10 years ago. Crushed the house. You can see a few remains outside. Thanks. You were in the village nearby? Yeah, why? Eh? Oh, nothing. Что? Only that there's no old woman who lives there. Ёлки-палки! Lost! 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 Если вы не понимаете, что за Lost, я имею в виду про сериал «Остаться в живых». Если вы по-английски, английским не владеете. Хотя тут, кстати, тоже такой момент. Даже не столько владение английским, сколько просто знание. Потому что наши русские специалисты, так их назовем. Короче говоря, те, кто работает у нас на каналах, почему-то у них есть тенденция брать и по-своему называть фильмы, а не переводить их. Ну, не знаю. Так. Ладно, с этим закончили. Конечно, жутковато. Ну да ладно. Что еще? Что нам еще осталось? Где-то здесь было. Ага. Так, вам посылка. Что-то далековато, но прямо скажем. Я хотел подхватить вот эту точку. Только что-то она теперь кошмар как далеко. Ладно, предлагаю сходить вот сюда. Посмотреть, что у нас есть тут. Посмотрим, что же у нас тут. Может быть, даже сделаем сейчас тон по бочку. Так, тут у нас что? Точнее, я понимаю, что у нас тут. 300 баксов. Ну, давайте, почему бы и нет. Далеко нет. Жаль, что, конечно, не по пути. Ну да ладно. Давайте сходим, сделаем. Ну, а лучше даже съездим. Похоже на Ниву, нет? Немного. Извиняюсь. Едем, едем, едем. Далекие края. Ну, что у нас тут? А, понятно, так. Упс, 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 упс. Что-то я... Помнил старый добрый GTA явно. Так. Нет, 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 нет. Посмотрим. А, никого не видно. Абсолютно. Окей. Упс. Что за музыка, которая меня пугает? Нос, есть кто-нибудь? Раз, два, снайпер. Снайпера, я думаю, надо первым делом убрать. Еще один, это не тот, который нам нужен. Явно нет. Что? Что? Что такое? Мне опять кто-то помогает или что? Или это они решили стрелять во все подряд? Вот, блин, тут все горит. Тут все горит. Абсолютно. Это печально. Надо отсюда двигать, явно.
Нифига себе, я еще и в голову ему умудрился попасть. Прямо про. Эй, сейчас я начну гореть, явно. Я надеюсь, камни в этой игре не горят. Иначе будет крайне печально. Какой-то с головами. Так. Ага! Я нашел тебя! Бум! Отлично. И теперь остается только наш, собственно... Наша добыча. Да, мы хищники. Или хищник. Что удобнее. Куда он вообще смотрит? Я что, даже понять не могу. Ну, не на меня пока что. Но я чувствую, сейчас это резко изменится. Я надеюсь, тут больше никого не осталось, а то сейчас будет крайне тупо. Если я тут буду к нему подкрадываться, в это время 10 человек мне в задницу всадит пуль дофига. Ай-та-та-та-та. О, вау. Что это, неплохо так глюкануло. Да-да. Проходим сквозь пальмы, но пофиг. Что, работает? Мы хищники. Что? Никаких, так сказать, вопросов. Мы так умеем, да. Ниндзя стайл. А это что такое? Потерянное письмо. Что еще за потерянное письмо? И это тоже немножко печально. А, это еще один коллектибл. Так, тут у нас ничего. Нет, что-то есть. Что-то есть, дядя. Так, ладно, хорошо. Мы сюда зачем шли? А, точно, все, вспомнил. Вспомнил, зачем мы сюда шли. Все, можем возвращаться назад. Так, ну и теперь сходим все-таки посмотрим, что он там за побочка. Есть такая. Интересно. О, отлично. Нива. Она как собака. Сама вернется. Если дорогу знает в этом случае. Так, нам надо вот сюда. Соответственно, мне надо бы развернуться и куда-нибудь съехать. Наверное, вот сюда. Да? Именно. Так, едем дальше. Это-то! Здорово, други. Не сталкиваемся, все нормально. А вот это уже по-умнее, други. Или нет? Чуть не подстрелил тебе из-за того, что весь в красном, ёлки-палки. Так, ладно. Ты, а ты это вообще что такое? Что за тир-то? Ну, допустим. Давай посмотрим. Новичок, ну-ка. И что это такое? Цель. О, Duck Hunt. Старый добрый Duck Hunt. Есть. Фиг попадешь, блин. А, попал. That's it. Ну-ка. Мазила, блин. Да чтоб вас... Yeah. Всех пернатый. Опа, попал. Так, есть уже есть. Ну. Один, два. Три. Эть. Уху! Круто. Ладно, не будем тратить на это время. Отлично, как только что видел.
Так. Hey, you! Over here! Да, да, нет, я-то думал, что это телевизор со мной разговаривает. Ты мне кричишь, нет, все, ко мне иди. Ну ладно, так уж и будет. Пушка. Нет. Around here, is that even a question? I guess. Can you help us? The dogs in this part of the island are feral. Travel in packs. One of them's been acting really strange. Look, a few years back, my dog got infected with rabies. Собака-зомби. Говорю прямо сейчас. Будут собаки-зомби. You think one of the dogs has rabies? Yeah, I saw her yesterday. My dog had that same look. Show me where to find her. Thank you, but be careful. She's the leader of the pack. The other dogs are avoiding her, but her pack will be nearby. У меня есть одна вещь, которая специально для этого. Вот это вот самая на четверочку, на мою любимую. Очень хорошо отпугивает собачек, да. Больших и маленьких. Не знаю, как про тигров, но я думаю, на собаках точно сработает. Хотя, если знаю эту игру, если это... собака сейчас будет, я не знаю, 3 метра высотой, то тогда у меня, возможно, будут проблемы. Упс. Такс. Ну что ж, я не браконьер, но если надо... ладно, пока что все-таки используем. Ага. И все? И все? Ай-та-та-та-та, слышу еще собачек. Ладно, ну вас нафиг, пойду-ка я отсюда подальше залезу на крышу. С крыши залезу в машину. И пойду по своим делам. Да, какие-то побочки тут крайне скучные. Ну или тупые, не знаю. Как вам угодно, как вам удобнее. Ёлки-палки. Трех собак убил, да, все, все круто. I took care of your dog problem. Thanks. Nobody likes killing dogs, but in this case, it's them or us. Did they bite? Сейчас узнаешь. No, but if I start foaming at the mouth, kill me quickly. I'll go buy a shotgun. What's so funny? Take off now. Bye. Хорошо, хорошо подколол. В кавычках. И у меня 4000 денег. И мне опять некуда девать бабло, да, чтоб его... Ох, как много денег. Всем бы такие проблемы. Это что, медведь? Что это такое? Что это за создание? Хм. Ладно. Так, куда мне надо идти? Еще раз. Доктор Эрнхард, да? Ну, у него, в принципе, и магазин есть, так что покатит. Покатит! Он сейчас, наверное, опять витает в облаках, или, я не знаю, или танцует. Я сейчас, я чувствую, опять к нему присоединюсь. Так, первым делом. Боеприпасы. Все дела. Вторым делом. Штурмовые винтовки. Чистый прицел. Краски. О, да, 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 да. Краски, краски, краски. О, сельва. Старая школа, почему бы и нет. Пойдем. Так. Надо же куда-то деньги тратить, правильно? Соответственно. Будем тратить на это. Ну-ка, ну-ка. Обвеска для этого оружия не стоит. Так. Оу, да, да-да-да-да-да, покатит, 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 покатит. Продадим всякое ненужное, всякий ненужный хлам. Эксклюзивное оружие, лук, о да, вот это мне нужно. О, туземный, супер. Покатит. А чтобы еще деньги потратить? У меня, по-моему, вообще все есть, все, что можно купить, да, за исключением всяких карт, разумеется. Клады. Заки. Ох, нифига себе, сколько еще всего закрыто. Берег Хулберга. Вещи, клады. Ну, блин, все равно денег куда-то надо девать. Почему бы не купить? Все. Деньгами покончено. В ближайшее время. Посмотрим теперь, что у нас тут будет.
Ай-та-та-та-та. Куда-то я явно не туда начал спускаться. Точно. Сейчас бы спустился. О, да, молодец, блин, на задницу прямо падай. Правильно. Ты же не можешь просто взять и прыгнуть на две ноги. Нет, это слишком сложно для нас, да, Джейсон? Are you okay? Как сказать? Good, because the boat's almost fixed. We get to go home. I'm not going. Oopsie. What? What are you talking about? Перестаньте все на меня так пялиться. Пожалуйста. On this island. Jason, are you serious? Лиза. Не бей меня, ради бога. I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not gonna let it slip away. You are all grown up. I've been waiting for this forever, and now you're leaving me. Goodbye, Lisa. Даже не знаю, что сказать, честно вам скажу. Лиза, let him go. Да, а то я сейчас вообще с бренью и опять... Сейчас еще робота потанцуем еще немного, нет? Может быть, а? Кто-нибудь? Нет? Нет? А, и что, и все? Мы остаемся? А если не хочу? Я с ней хочу уехать! Пустите меня кто-нибудь! Всем пока, наверное. А, вас всех спас, и вы теперь на меня еще так, блин, стервозно ко мне относиться будете? Ах, вот сволочи неблагодарные. Ну да ладно. По-моему, только что было... О, да, ну конечно, подумаешь, на тебя попялились немножко. Окей, back on track. Now, Agent Willis. Ага, ага, наверное, он. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые. А также лайкайте и комментируйте, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Рик. До скорого.